Крыму донник начали сеять в 30-е годы 20 века. Растет в основном на южном берегу Крыма. Разнообразные виды донника растут и в окрестностях Севастополя. Цветут два раза – летом и осенью. Донник – растение медонос. С одного гектара пчелы собирают полтонны нектара. Донник используют в пищевой, парфюмерной, ликероводочной промышленностях, производстве табака. Семена донника покупают за рубеж, его листья и цветки – необходимая добавка в приготовлении зеленого швейцарского сыра, пива и различных настоек. Аромат донника не спутать с другим, поэтому раньше донские казаки узнавали друг друга по запаху донника, который они подсыпали в кисет с табаком.